В 15.59 на пульт единой диспетчерской службы поступило сообщение о клубах черного дыма со стороны одного из садовых товариществ. По приезду в СНТ имени Мичурина пожарные обнаружили, что открытым пламенем горит домик. В результате пожара постройка размером 4 на 4 метра с двухскатной металлической кровлей по деревянной обрешетке уничтожена огнем. Погибших и пострадавших при чрезвычайном происшествии нет.